Дети к музыке тянутся, но в профильных школах им быстро становится неинтересно, рассуждают организаторы проекта «Играем в музыку». Ведь малыши хотят быстрого результата, минуя длительное изучение азов. Учитывая это, волонтеры создали клуб игры на укулеле. Проще говоря, маленькой четырехструнной гитаре, которую называют «скачущая блоха». Таким вот хитрым способом можно ввести ребенка в музыку, ну а после укулеле легко освоить гитару, ну и дальше. То есть мы не задаемся целью дать огромные знания нотной грамоты или большие познания какой-то музыкальной теории, а вот пользоваться этим инструментом, играть на нем, аккомпанировать себе, разучивать репертуар – вот это первое, что мы хотим сделать – привлечь маленьких детей к музыке. На занятия ходят дети от 4 до 11 лет. Сами они очень довольны. Буквально через пару-тройку уроков уже есть первые результаты. Да, в прогрессе можем. В траве сидел кузнечик. Ну, вместе, конечно, с учителем, но все-таки сыграет. Вот. Но тема гитары и укулеле нас не отпускает, как видите, вчера. Вечером он смастерил сам поделку. Ну, не без помощи мамы, конечно, но очень хочется теперь большую гитару ему, да? Укулеле набирает популярность в столицах. Иваново не уступает. Маленькие музыканты занимаются дважды в неделю по часу, вечерами, после детского сада или школы. В самом центре города площадку для уроков предоставили руководители семейного кафе «Счастье». Такие проекты, они экономически все-таки не совсем защищены, скажем так. И поэтому найти площадку бесплатную для проведения вот таких вот занятий достаточно тяжело. Вот, поэтому мы со своей стороны взяли на себя вот такую вот миссию, которая... Когда мы можем помочь, мы помогаем. Предлагают педагоги занятия для взрослых. Придумали целый курс, рассчитанный на 3 месяца. По итогам обещают подобрать репертуар по интересам. Музыкальное образование не нужно, а вот жгучее желание обязательно. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.